солнышко начало прятаться, уже рыбка посерьезнее немножко пошла. Взял он пенопласт с салом. Взял. Солнышко показалось, сразу две поклевки и две штуки. Тут у нас было сало просто, вот сало. Смотрите, какой крючок Подлещева заглотила. Ну, грамм 200 она, не больше. И такая же Подлещева взяла еще крючок, еще большего размера, на зеленый пенопласт с опарышем. Друзья, всем привет. Сегодня мы опять с вами на Чесных, район на Чесных, река Березина. Приехали рыбачить, просидели мы около часа в машине. Ну, естественно, я не вытер, кладил плащ и закинул фидера. Ну, как фидера, закидушки на пенопласт. Пенопласт, мини-бойлы, сало с чесноком. Ну, всего понемножку, три штучки. Вот такая вот погода. Мужики говорят, уже три дня полное бесклевье. Ничего не берет, ни на фидеры, ни на закидушки, ни на что. Вот я так вот расположился. Сейчас мы хотим еще мангал распалить. Вот. И будем пробовать. Я закинул эту прямо, это чуть выше по течению, ту вообще забросил. Там ямку нашел, долго падала, поэтому я ее выше по течению правее бросил. Вот, друзья, я корм бросал. Первый корм я на фидер, ой, на закидушку сделал такой вот, он разрушился где-то через 10 минут. Второй я пожестче сделал, этот с травой мечты, а этот с чесноком. Вабик или какой, не помню. Вот этот вот долгоиграющий будет 30-40 минут стоять. Можно почаще перезабрасывать. Пока все сидят, люди сидели в ажиотажах полным, в дождь, никто никуда не уходил. Вот эти самые желанные места, свободные, где обычно у нас люди сидят. Посмотрим. Женя, ну что, рыбу ловить будем? Да. Да, будем рыбу ловить. Друзья, небольшая такая ставочка по готовке пшена. Чтобы приготовить на рыбалку пшено, я использовал литр воды и 800-900 миллилитров пшена. Закипятил воду, засыпал пшено, добавил ложку соли. Соль нужна как консервант для того, чтобы прикормка не портилась, потому что у меня прикормка за сутки пролежала на балконе после рыбалки, она не скисла, она сейчас лежит у меня. Я немножко неправильно приготовил, добавил большое количество корма магазинного и пшено. Пшено надо варить после того, как вода закипит, не больше 5-7 минут. Дальше надо выключить накрытие, чтобы оно доходило. Оно должно вот так вот немножко давиться, чуть-чуть, оно не должно превращаться в кашу. И добавил ложку подсолнечного масла. Пивбойл желтый со вкусом опарыша, он на месте пока еще. Добавляю опарыша и пенопласт, а этот еще оставляю. Крючки были в кормушке, это значит, что прикормка рано вымылась или я тащил неаккуратно. Ладно, сейчас вот этой вот пластилины забабахаем. Вот, так, чтобы крепенько, чтобы больше трава этой, блин. Вот такой вот сделаем, чтобы крючки не цеплялись при забросе. Потому что если они зацепились, то она была нерабочая. Все. Вот так вот. Ножевочка у нас. Хочу желтенькую эту разловить, попробовать. Клейка. Гает. Вот на эту потяжки были небольшие. Надо через минут 10 проверить. Стоять там пока. Сейчас папа забросит, подожди. Отходи, малыш, отходи. Ходи, садись, папа забрось. Молодец. Упал, молодец. Он уже поплавок уже утянуло. Поплавок уже утянуло. На удочке. Тарау затянула. А рыбы? Поплавка нету. Все, кирти привезли, колокольчик повесили, все. Съела, не? Я не вешу. Ничего страшного. Харяку зацепила? Давай.
перезаброшен. Ты мне на голову нацепила, Эмили. Давай. Ты будешь ловить? Да. На, здесь становись, лови. Клюет, одна за одной клюет. На, держи. Женя, будешь ловить? Или что, ты хочешь речком взять? Бери. Молодец. Вот такое. Надо, зайка, тебе нового этого парика повесить. Вот такое. Такое повесим? Эмилия, иди у мамы подсачку спроси. Ребята, две поклевки сразу. Одна и вот вторая сразу. А вот я уже вытянул. На вторую тоже клюет уже. Подожди, стой, уже не надо пока. Непонятно на что, на сало или на пенопласт. Это подлещевка, наверное. Ты посмотри, какой она крючок заглотила. Она это, наверное, сошла. А не, смотри, тоже сидит. Прикинь, сразу две штуки. Сразу две штуки. Друзья, солнышко показалось, сразу две поклевки и две штуки. Тут у нас было сало просто, вот сало. Смотрите, какой крючок подлещева заглотила. Ну, грамм 200 она, не больше. И такая же подлещева взяла еще крючок, еще большего размера, на зеленый пенопласт с опарышем. Сало вот чисто и зеленый этот вот. Прекрасно просто, еще и уклейки кишит. Все просто в уклее. Там тихонечко такое вытягиваю, потому что там уже этот, закидушка моя. Смотри, полностью вот все в уклейке. Все бурлит аж. Давай перебросим. Трактор. Я устанавливаю колокольчик. Два. Пока только две. И много уклеек. Это хорошо. И вчера еще поймали. Вчера было вообще около 100 штук.
Я не выходит, как день не лопнет. Сегодня классно, вчера пасмурно было, смотри, как солнышко светит. Да. Как? Так. Ты забросишь? Да. Мишка, отойди, потому что сейчас ноги намочим. Отходи, а то сейчас будет водичка лить. Тишина. Две бутылки дереализовали. Стоят красиво. Короче, берет подлещевка где-то грамм 200-250 у всех, так понемножку. Что на фидеры, что на колы такие. Ну хорошего, да. Подсак разложи. Да. Дай мне его. Дай. Лещик? Кто это? А, нет, да, даже меньше. Это лещик такой маленький. А дома очень? Ну, хорошо, звенел. А это там лещик. Ребята, ну, небольшенький такой, но приятный, хороший. Рыба! Что он там взял у нас? Рыба, белый пенопласт. Рыба! С салом взял белый пенопласт. Солнышко начало прятаться, уже рыбка посерьезнее немножко пошла. Взял он пенопласт с салом. Взял. Ну, не знаю, сколько он такой. По длине он где-то 35 сантиметров. 20, да, где-то 35 сантиметров. Ну, грамм, может, не знаю, 300, может, под 400 такой. Рыбка, мяско, салка. Что там, такие коряги такие. Не допекла рыба? А, что тут? Возьми. Мышь вон бегает. Иди хлеба принеси. Вон она ест. Иди, уток покорми, утки приплыли. Да, утки. Иди, они ждут. Да, тут целый зоопарк, ребята, смотрите. Вот тут вот мышь сидит. Вон кушает. Ручная, леминг такой. А тут вот утки. Ты не ходи туда. Выйди сюда и бросай им вон туда вон. Бросай подальше. В воду не заходи, они сами подплывут. Видите, контактный зоопарк. Дальше кидай. И котик. Халяву почувствовали. Миля, ближе бросай, они будут сами подплывать. Принеси еще батоны. На. Ути, ути, ути. Включение, не знаю, что видно, не видно. Сейчас посмотрим, что мы поймали. Короче, на ночном мобруське вот две штучки с ладошку и одну хорошую такую, чуть побольше. Все, больше стоят, колы молчат.
такого можно сказать. На таком фоне ночного прекрасного этого. Вот посидели мы, попалили костерчик. По стороне у нас Бобруйск. Будем сматываться уже где-то приблизительно 10 часов. Около 10. Было 3 поклевки. На 3 поклевках вот мы взяли вот эту всю рыбу. Плюс поймали около 100 уклеек. Уклеечек таких хорошеньких. Кошки пойдет, мурки нашей. Все, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Сегодня мы отдыхали, вы вместе с нами. Спасибо за поддержку. До новых видео, до новых встреч. Пока-пока.